СМИ все чаще стали появляться сообщения об агрессии и нетерпимости в обществе. Как вы думаете, да? Какие основные причины нетерпимости и агрессии? Ну, во-первых, СМИ. Вот. Ну, какие же вы СМИ? Ну, а СМИ — это как? Средства массовой и информации. Вы замечательный. Но агрессия, нетерпимость в обществе идет откуда? Оно же выйдет. Оно идет не из Марса, оно идет из общества. Если общество круглые сутки показывает фильмы о войне, я лет 15 вообще не то, что не смотрю, не включаю телевизор даже со своим участием. Нужно себя, я представляю примерно, как вот оно может выглядеть, у меня есть абстрактное мышление, а смотреть это ублюдство я не желаю. Но недавно меня попросили на камеру прокомментировать программу, мне дали программу, и вы знаете, вот день, и за сутки 4-5 фильмов о войне, даже вне всяких этих вот пропагандистских дат, да? Это зомбирование, вы поймите, это зомбирование. Дальше, сериалы — это еще хуже. Сериалы — это агрессия, ублюдство, либо агрессия в семье, либо там про ментов и прочее, про бандюганов. Круглые сутки, 20, 25, 30 лет этим просто вот задолбали уже население и сделали из просто простых невежественных людей дебилов агрессивных. Это страшно. Это надо за это сажать в тюрьму, надо пожизненно. Вот, кто делает такую программу, сетку, и кто снимает подобные, так сказать, сериалы. Пожизненно. Это без шуток. Вы знаете, я либерал, но я либерал не левак, а либерал в исконном понимании 19 века, когда был Бенджамин Констант и так далее. Я не буду спрашивать, что такое Бенджамин Констант. Вот. Но, короче говоря, есть преступление против человечности и человечества. Вот это против человечности. Преступление против и старых, и молодых. Знаете, у нас там люди по возрастам, это против всех преступлений. Поэтому вот этот, я про ток-шоу вообще не говорю. Эти минутки и часы ненависти ко всем. У нас же как? Мы православная страна, и потом 10 часов давайте бомбами тех, этих, всех бомб. Потом опять мы православные. Опять бомбами. Шарихнули, что ли? Это просто раздвоение личности, это просто психическое заболевание, это расстройство личности. Потом опять, час пастора. Что это? Безумие какое-то. А до этого они строили коммунизм. А до этого они строили православие. С православием не получилось, про коммунизм тоже не получилось. Сейчас они строят на двух табуретках. Они с этих табуретках, все, по полной программе. Да.